Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами Samsung Galaxy Note 10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом устройстве включить режим управления одной рукой. Для этого мы заходим в настройки, пролистываем вниз. Еще ниже. И выбираем пункт «Дополнительные функции». Здесь у нас есть режим работы одной рукой. Мы нажимаем и включаем его, а потом смотрим, чтобы у нас стоял жест. Это самый удобный пункт. Дальше, допустим, я могу пользоваться только одной рукой, и мне неудобно вот так вот пальцем тянуться вот сюда. Поэтому я просто вот так вот свайпаю вниз и попадаю в режим управления одной рукой этим телефоном. Здесь я могу вот тянуть за уголок и уменьшать еще сильнее экран или наоборот его увеличить, настроить, как высоко будет мой экран, то есть потянуть вверх или вниз, и дальше с помощью этой стрелочки менять, в какой руке у меня мой телефон. Чтобы выйти с данного меню, я просто нажимаю в любое место, где нет экрана, то есть вот тут вот, к примеру. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то пишите их в комментариях, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!